значит, вы сегодня соединяете свою работу жар-птицы с, можете пластилиновым сделать вариантом. Вот, смотрите, как хорошо она делает. То есть она продолжает вот эту вот пластику руки, продолжает пластилиновым. Тема сегодняшнего занятия – «Красота спасет мир». Хрестоматийную фразу каждый понимает по-своему, но юные художники Лиры уверены – красота в искусстве. Можно картинами выразить все свои чувства, которые боишься сказать словами. Видеть красоту в простом юных мастеров карандаша и кисти учит педагог Ольга Буренина. Она стояла у истоков создания художественного отделения Лиры. Мне здесь было 15 лет. Видите, маслом сделала, папа все лаком мне покрыл. Вот так вот и началась эта вот миниатюра. Продолжение в учениках. Теперь федоскинская миниатюра, их общее увлечение. Но основа основ – академический рисунок. Карандаши, кисти, краски, бумага, ластик, палитра и, конечно, желание. Этого достаточно для того, чтобы учиться рисовать. Если тебе нравится рисование, то ты будешь рисовать и лепить красиво. Ты будешь душу вкладывать, и у тебя все будет получаться. А кто не хочет, тот у того ничего не получится. Ну, не талантливых детей нет. Это вот, понимаете, это правильно поставить руку, правильно почувствовать душу. И самое главное, вот что мне бы очень хотелось, это не разрушить, что им дал и мир, семья. Научить рисовать, но позволить самостоятельно смотреть на мир. Для учителя высшее мастерство. Педагоги Лиры им владеют. Это доказывают многочисленные награды, которые завоевывают их воспитанники. Дети очень радуют нас своими успехами. Это и многочисленные победы в различных конкурсах. Это ежегодные поступления в колледжи Московской области. И также каждый год практически дети становятся стипендиатами и главы района, и даже губернатора Московской области. Всегда должен быть результат. И самое главное, он не должен быть плохим. Вот бывает, смотришь, вроде бы вот не по-моему, а потом вспоминаешь, а почему по-твоему должно быть? Ты же что хочешь, чтобы они были все личностями индивидуальными. Вот и старайся под них спрашивать. Очень много языкового приходится спрашивать, что ты видишь, а как ты видишь. Значит, сегодня у нас, ребята, последний завершающий урок по живописи. И мы должны разобраться, посмотреть еще раз таким свежим взглядом, что же у нас еще не прописано. А в соседнем классе занимаются те, кто постарше. Ученики 4 класса художественной школы под руководством педагога Анны Дегтяревой завершают работы, выполненные одним цветом. Всего в художественном отделении ДШИ «Лира» 60 детей. Те, кто успешно пройдет весь курс обучения, не только научатся мастерски владеть карандашом и кистью, но и получат аттестаты, которые могут стать путевками в профильный вуз. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».